Вот такой вот объект, он будет на тепловых насосах. Под тепловые насосы сейчас курим скважины, уже подготовили трубы. Вот такие вот, которые будут опускаться в скважину. Туда. Глину. А для чего она нужна? Чтобы скважина не осыпалась. Не осыпался ствол скважины. Вообще это вот бентонит, вулканическая глина, которая, ну это уже продается коммерция. А это мы заказываем отдельно. Денег кто-то не мешок это. Сейчас вот опускаем пару. Сколько метров тут? 50. 50? То есть там ни обсадной трубы, ничего нету, вот так вы ее, оно водой распирает и все, и там не осыпается, да? Диаметр 172. 172, да, скважина? То есть вы там до какого-то горизонта воды уже дошли, да? Да. Полтавский водоносный горизонт на 47 метров заканчивается. Мы еще заходим на 4,5 метра в марге. 8 метров до него дошли. Потом это все обвязываться будет, да? Ну, потом выкопать траншею и соединять. Все, готово? Да. Да. Сейчас привязать, засыпать. Давление держится, ничего не сломано. А, то есть вы надавили там эту трубу, она под давлением? Она да, была под давлением. Уже. Ага. Она закачана. При атмосфере? Да. Итак, закончили бурить скважины для теплового насоса. Сейчас будем считать, сколько их сделали. Раз, два. Все они соединятся в один коллектор. Итак, вот эти 20 скважин, которые лупили, каждая от них пара заходит в котельную. Вот такой вот паяли коллектор. И каждый кран у нас расходомеры, балансировочные. Все обязательно насыпала изоляция, но оно еще все будет изолироваться. Временно. Потом отсюда уже будет стоять агрегат-тепловой насос.